Привет, друзья, с вами Яна, вы на канале Na'Vi Junior, и сегодня мы решили узнать, насколько хорошо наши парни знают друг друга. Ну что, ребята, готовы отвечать на мой вопрос? Готовы. Хорош, мне нравится ваша синергия. Как думаете, насколько хорошо вы знаете друг друга? Отлично. Думаю, достаточно хорошо. Нет. А какие предикты? Как думаете, кто лучше справится? Не знаю, он. Кто мы? Рожденные побеждать. Да, я там, я там. Я чувствую каждое движение. They can do it again. Taken to the stage. It's Na'Vi. А характеризую Валеру одним словом. Все, я знаю, короче. Я тоже знаю, как его называют. Пишите. Сейчас узнаем правильный ответ. Да не, ну... Биток, Валера. Биточек? Next. Ты так его называешь обычно? Самое первое фото в Инстаграме у Хатрика. Это любимая фотография Мирана. Что, изображено именно? Да. Море, песок, отдых, ну, на вот отдыхе. Ну так вот он стоял, получается. Вот так? Да. Не, вот так стоял. Вот так стоял. Я понял, да. Окей, Илья, тогда у тебя первый балл. Поздравляю. Я хорошо знаю. С кем из знаменитостей хотел бы познакомиться Погорелов? Познакомиться? Угу. Ну, мне кажется, это связано со спортом, нет? Так, вариант с футболом. Роналдо? Нет. Я был, блин. Почему именно с ним? Не знаю, мне нравится играть. Когда я занимался футболом, любил за ним смотреть. Сколько лет занимался борьбой бит? Много. Давайте, 3, 2, 1. Изи, ну я хорош. Попал, я знал, что 8, на всякий случай. Любимая пока игра Монаси, помимо CSGO. Давай дадим больше шансов. Давай дадим больше шансов. Две? Даня, да. Пиши две. Это будет изи. Я пишу две. Это будет изи. Это будет изи. По крайней мере, одна должна совпасть. До того. Красава. Это изи, ну. Даем 2 балла. У нас Хатрик резко врывается вперед. Как мне 2 балла? За 2 игры. За то, что да, он угадал прям так четко 2 игры сразу. Я написал так вопрос. Ну, видите, ты даешь ему фору. Ну, ладно, ладно. На какой специальности учится Фер? Вот. Ты должен это знать. Я знаю... Направление. Направление, да. Да, пиши. Все, готовы? 3, 2, 1. Спорт, футбол, тренер по футболу. Окей. Я считаю, можно засчитать. 1-1. Хорошо. При просмотре какого фильма Даня может пустить скупую мужскую слезу? 3, 2, 1. Показываем. Зеленая миля. Просто хорош. У вас максимальная синергия. Любимая карта Погорелова в КС? 3, 2, 1. Мира? Вертиго. Внезапно. Вертиго. Это, походу, твоя любимая карта, да? Конечно. Любимая операция Валеры в CSGO? Но он не угадает, это без шансов. Рандом. Это без шансов. Давайте попробуем, сколько у нас сработает сейчас рандом. 3, 2, 1. Красавчик, да ладно, ты угадал. Как ты мог угадать, это было очень сложно. Где можно встретить Монаси в родном городе чаще всего? Вот, я написал. ТЦ Ашан. Я помню, я смотрел. Я думаю, у меня, короче, Ашан в голове. Это был мем нашего интервью. Любимое аниме Синикса. Ты должен знать. Наруто. Нет, это Киски Гуль. Первый турнир, в котором Фир выиграл деньги. Ну как это вспомнить? Это очень сложно. Давай хотя бы угадаем призовые, сколько он мог там выиграть. Лан Польша. Выиграли $300 на одного человека. Нет, это не доллар, это злото. Я не знаю, курс. Ну, $100 было. То есть 500 на пятерых, ну да. Вообще без шансов, прям вообще угадал. Да. Все, хорош, тогда у нас получается 2-2. Отлично. Выиграл это я. Хорошо, Валер. Любимый футбольный клуб Погорелова? Я не знаю, что какие клубы там это. Ну, Рональдо сегодня писал. Бавария. Динамо. Динамо. Почему именно Бавария? Не знаю, они последние. Они всегда хорошо играли, но последние года они очень сильно набрали. Ну, а эти брат наши коллективы. Наши тоже набрали. Хорош. Родион, вопрос к тебе. Сколько официальных матчей сыграл бит за основной состав? Да ладно. Не, ну это можно считать. Можно считать. Давай возьмем просто встречи в целом, где участвовал бит. Ну, это сложно, если честно. Ликвид, Астралис. Не, ну так можно просто... Это сложно, Фурия. Ну... Ой-ой-ой, тяжело. Ну, давай, вот так. Давайте, 3, 2, 1. Хорошо, хорошо! Но это не факт, я так думаю. Ну, нормально, попали, короче, да. Да. Отлично. Это я высчитал. Соло. Любимая еда, Дани? Что тебе больше всего нравится? Ты носишь больше всего удовольствия. Пицца, бутерброд. Бит, самое популярное фото в Инстаграме эфира. Саша Симпом. Это изи.
Окей, тогда можете не писать. Да. 3-3. Какой самый большой донат у Хатрика? Ё-моё. Ну, давай предположим, какой может быть самый большой донат? Тебе донатили? Много? Тебе донатили вообще? Ну, я не сказал бы, прям что, очень много. Ну, хорошо, я тогда сейчас пишу. Погрешно запечено. Да, давай так. 1000 гривен? Да ладно. Рублей. 1000 рублей? Блин. А здесь 5-10. Тут даже с погрешностью. Блин, ты хотел просто, чтобы больше донатили. Ребят, нужно больше донатить, чтобы... Или я правильно отвечал? Когда у Погорелова день рождения? Ну, мне... Хотя бы месяц. Месяц. Какие вообще бывают? Какие бывают месяцы? Смотри, январь, февраль. Так. Ну, это было недавно, да? Относительно, да. Да? Да. Хорошо. В ноябре? Ноябрь. Да. Хорош. Первый балл. Самый любимый мем у Ильи? Не, я бы сейчас написал бы. Ну, короче, у меня он недавно... Я тебе могу сказать, он недавно вышел у меня в группе. 3, 2, 1. Фотка. Как у Симпла. С кожанкой, где у меня, короче, кожанка, и там написано кожанка, мать иди. Ну, короче. Хорошо. У Фира есть домашнее животное? Если да, то какое? Да, есть. Дам маленькую подсказочку. Не совсем дефолтное. Может быть, слегка медлительный. Черепаха, что ли? Черепаха. А как зовут? Тортилла, наверное. Черепаха Джек. А Джек! Черепаха Джек, на прошлом БК мы как раз обсуждали. Любимый скин в игре у Хатрика? Давай так, не нож, именно оружие. А можно два варианта опять? Да, можно. Так, Гунгнир и Драгон Лор, а у тебя Гунгнир и Азимут. Ну, один балл получил. Да, один балл засчитываем. Кстати, я сам план. А, откуда ты знаешь? А? Ну, он просто красивый. У меня тоже любимый скин Гунгнир. Да. Мне кажется, у большинства ребят это любимый скин, потому что не самый красивый. С кем бы Синикс хотел поиграть один на один? В принципе, либо из проигроков. В принципе, из всех, да, из всех проигроков, которые только можно представить. Это не СНГ. 3, 2, 1. Стайлс. Лич. Лич. Первый LAN-ивент, на котором побывал Валера в качестве участника. На летнем БК было? 19 летом. Ну, ну это на летнем Кемпе было. Это... Ну, засчитываем. Да, я бы засчитал. Я знал, в ком 19 лет это. Хорошо. Какой рост у Дани? 191. Дань, кстати, можно менять эти бумажки, как вариант. Так уже. Любимая песня Фира? Я просто трачусь, и это то? Не нравится? Нет. Это уже все, это в прошлом. Подумай. Подождите, не давите меня. Вот сейчас от этого вопроса решается вся судьба. Не, наоборот. Будет ли ничья или нет? Не, наоборот, если он угадывает, тогда ничья. И победила дружба, мы расходимся. Если ты угадываешь... А если я не угадываю, то я проиграл. Показывайте. 3, 2, 1. Все, меломан. Как по мне, это одно и то же. О, так я угадал вообще без шансов. Я угадал. Все, ничья, дружба победила. Давайте подведем итоги. Насколько хорошо вы знаете друг друга? Нормально знаем. 4 балла из 5. Любимый мультфильм Дани из детства? Конечно, такой последний вопрос будет такой сложный. Может, мультсериал? Как вариант, можно дать ему подсказку? Это происходило в Париже. Там было связано с едой. Даже я знаю. Даже Фир знает. Я смотрел фиксиков, черепашек, ниндзя. Фиксиков смотрел. Ну, я смотрел. Ты уже вздыхаешь, я понимаю, что... Показываем варианты на 3, 2, 1. Рататуй! Да, у меня даже такая игра на чиспи. Ну, ты же говори, игра была. Ну еще. Вот, он что-то подсказывал. Еще блюдо такое есть, рататуй. Ну что, Даня, тебя поздравляю. Ты в этой неравной борьбе, просто на последнем мультфильме, просто на рататуе, на тонком, вывез это противостояние. Короче, в целом, насколько хорошо знаете друг друга? Да, ну, в общем, хорошо, просто... 4 из 5. Да, думаю, 4 из 5, да. Так, у нас сейчас ничья, и вот как раз последний вопрос решит судьбу нашего противостояния. Какое оружие, по мнению Сергея, нужно пофиксить? Нужно пофиксить. CSGO, да. 3, 2, 1. АВП. Кольт. Только честно, не так. Ну, а что с АВП? Не знаю, убивать. Слишком читерское оружие. Слишком большой дамаг? Конечно. Нужно поменьшить, как у скаута? Да. Или убрать из игры. А что с контом не так? Ну, типа, чтобы в упоре мог убивать, а не в голову. Угу. Убрать АВП из игры? Ты серьезно? Да, было бы неплохо. Я бы посмотрел на игру. А что бы ваперы делали? Не знаю. Как они пикали? Тренировались бы с другими оружиями. Ребят, вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.
Yeah.